Всем привет! Меня зовут Саша, и вы на канале «Посылки из Китая». Сегодня откроем вот такую кучу мелочевки. Посмотрим, что приехало. Полезные товары, не полезные. Ссылки, как обычно, на все товары я оставлю внизу под видео. Первый товар, и у нас вот такая машинка на солнечной батарее. Открывайся давай, зараза. Так, оп, извлекаем ее. И она катается от солнечной энергии. То есть светит на нее солнце, и она должна ездить. Софтбоксы, наверное, ей света много не дают. Не хочет она кататься. Потом посмотрю, посвечу каким фонариком. Может, поставлю на подоконник. Достаточно забавная игрушка. Я помню, когда-то было на пике популярности. Лет, может быть, каких 7 назад. Раньше были такие цветочки в горшочках, махали типа ладошкой. Такого плана машинки, какие-то кузнечки, целая куча, целая серия вот такого рода игрушек. Они были очень-очень популярные. Решил вспомнить, заказать, посмотреть. Так, открываем следующую. И у нас здесь вот такая клипса для очков. Автомобильная клипса, чтобы вешать на солнцезащитный козырек. Вы ее повесили, и сюда можно будет закинуть очки, чтобы они у вас нигде не валялись по автомобилю, а аккуратненько висели и не мешали в тот момент, когда они вам не нужны. Так, здесь вообще такое чувство, что пакет просто пустой. Интересно, что это за такое приехало. О, вот что. Посмотрите, это супер переходники. В общем, обычную USB флешку можно превратить в микро USB для телефона. То есть, насколько я понимаю, взяли обычную флешку, подсоединили эту штуковину, и с нее можно информацию смотреть на телефоне. Не знаю, работает или нет. Увидел, решил заказать. Вот, потом потестим, посмотрим. Здесь тоже, откровенно говоря, какая-то супер-супер мелочевка. Что я бы заказывал? Я, честно, никогда треки не отслеживаю. Единственное, что бывает, знаете, на ощупь взяли вот так пакет, потрогали. Ага, а, так я знаю, что здесь уже лежит. А бывают такие ситуации, что абсолютно не помнишь, абсолютно не знаешь. Вот такая малюсенькая ручка. Если сравнить ее с моим скальпелем, ну, она в полтора раза меньше стандартной ручки. Ручка пишет. Удобно куда-то закинуть, там, где не сильно много места у вас. То есть я ее заберу себе в машину, в бардачок. Есть крепление у меня под ручку. А, вот так отщелкивается. Должна отщелкиваться, вот. В общем, обычная ручка стоит очень дешево. Нечего на ней заострять внимание. Открываем следующую посылочку. И у нас здесь... А, ясно. Эта штуковина сливать духи в магазине, так сказать. В общем, собрали. Трубочка, я так понимаю, сломана. Да, трубочка сломана. А вообще, по факту... В общем, это просто запасная трубочка в комплекте оказалась. Налили сюда жидкость и можете пшикать. То есть духи, все что угодно. Также можете в магазине слить сюда. И будет у вас целый флакон с туалетной водой. По факту так делать нельзя. Это шутка. Открываем следующую посылочку. И у нас здесь опять клип для очков. Да. Почему у меня две? Странно. Разные. Немножко отличаются. А если взять эту опять? И вы знаете, откровенно говоря, исполнение вот этой вызывает больше доверия, чем вот этой. Хотя здесь более ровные швы. Ну, да ладно. И то, и то. Стоит недорого.
и то, я думаю, сломается при активном использовании достаточно быстро. Но за те деньги, как они стоят, можно купить себе и вторые. Протирка для очков из микрофибры, или как она там. В общем, положили сюда очки вот этими подушечками, поводили, и очки должны стать чистыми. Правда или нет, потом посмотрим. Так, опять мелкая посылочка. Оу. Как это они так пакеты эти делают, вообще не понимаю. Так, и здесь у нас две заколочки. Очень давно не приходили к нам заколки. Реально давно. Вот такие вот бабочки. Сзади металлическая клипса с двумя такими рожками. Хват очень серьезный такой. Вторая точно такая же. И мы переходим дальше. Открываем следующую посылку. И у нас здесь фреза для ногтей. Ну или машинка для маникюра, что-то вроде того. Мешочек. Это у нас салон Шаппер. Инструкция какая-то. Да, инструкция на английском языке. Нарисовано, как ей пользоваться. Так, что оно тут завязано или что? Тяжело так достается. Здесь какой-то вибратор прям. Так. Что тут в комплекте? Ничего не работает. Вот сами эти сменные фрезы. Ладно, потом разберусь, покажу вам. Ну вот со старта он приклеена хреновенько наклейка. Криво, косо. Здесь что-то должно куда-то проворачиваться. Вот. Да, вот что-то провернулось. Вот сюда вставляем батарейки. И будем тестить. Будет что-нибудь она пилить? Не будет. Узнаем потом. Так. И у нас последняя посылочка. И здесь мы имеем какую-то тряпочку. Пакет пустой. В сторону. Это для парикмахерских. Ну, для парикмахеров. В общем, пеньюар. Одевать клиенту на шею, чтобы на него не валились волосы. Штуковина громадная, не знаю, поможет ли мне вторая камера показать вам эту штуку. Фу, жутко воняет, вообще вонь страшная из пакета донеслась до меня. Фу, жесть. Вот так вот накидывается. Ну, там какая-то застежка есть, в общем. А так мы сделаем ее. И все, и вас стригут, но у вас волосы не падают. Жена парикмахер заказывала для нее. Точнее, она для себя сама заказала. И это все товары на сегодня. Обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока!